Решила я тоже все-таки попробовать посадить калеусы. Вот какие я смогла найти на флипе в Алматы. И взяла калеус Блюме. Две упаковочки. В каждой по 10 штучек. Их пока тоже в этот большой контейнер посажу, потом будем рассаживать. Контейнер я, дренажное отверстие делаю просто. Обрезаю. На дно засыпаем керамзит, дренаж. Вполне достаточно. И грунт. Грунт у меня цветочный, универсальный, для всех декоративно-лиственных растений. Мне он понравился. Очень хороший такой вот грунт. Он уже идет тут полностью готовый. Проблем никаких не составит. Для калеуса в землю не трамбуем. Высаживать будем поверхностно. Пролить водой. Так как семена мелкие, я беру не спичку, а зубочистку. С мелкими семенами работала. И зубочисткой намного проще и удобнее. Внутри вот такой вот пакетик с семенами. Семена, да, достаточно мелкие. Берем нашу зубочистку и пытаемся выудить семечку. Зубочистку чуть-чуть смачиваем водой и семечку сверху выкладываем. Придется помочь чуть-чуть. Все. Ох, тут сразу три штучки. Мы их сделаем так. По крайней мере, в этот контейнер посажу только 10 семян. Сразу не посмотрела там количество. Очень мелкие. Очень неудобно, правда, с ними работать. Так и быть. Куда упадет
Уже за ростом будем наблюдать. Также закрою крышкой. Обязательно поставить в теплое, светлое место. И при хорошем температурном режиме и освещении семена должны появиться где-то в промежутке через 10-14 дней. Все так же их